Всем доброе утро. Мы собираемся в школу, в садик. Я вообще сегодня не выспалась. У нас Гоша. И когда уже у него проклюнутся эти клыки, не знаю. Опять сегодня во втором часу проснулся, плакал. Потом ночью проснулся, Максик еще начал плакать, что он боится темноты. В общем, короче, прекрасное утро. Влюбленная весна. Написал список. Сейчас пойдем. Провожу всех и пойду в магазин. Нужно будет купить продукты на завтра. Ну и не только на завтра. Вот они готовятся. Ну, давайте пройдем по продуктам. Вроде бы я все купила на завтра. Сегодня буду вечером, наверное, что-то готовить. Завтра, если что, я докуплю утром. Это, конечно же, рисовая мука. Взяла лаваш, буду делать рулет. Бекон буду готовить с шампиньонами, заворачивать. В общем, покажу завтра, если что. Петрушка для салата, колбаска это в рулет заверну. Стала брать папа, может, Вике прям он очень понравился. Такая колбаса. Беру я, в принципе, только, мне кажется, Викулька любит колбасу такую. Кириешки это тоже для салата. С фунчозу тоже буду делать салат. Крабовые палочки взяла две упаковки. Одну упаковку для салата с фунчозой, одну для рулета. Рыбку взяла слабосоленую, буду делать. О, господи, бутерброды, да, правильно? Помидорки, сливочное масло и сметану. 10% сметану так сложно найти. Я не знаю, в пятерке она всегда бывает, но мне в пятерке было как-то уже не по пути. Все взяла в одном магазине. Ну и для садика завтра Максимке взяла вот такие вот соки небольшие. Чокопай. И упаковывать буду вот в такие пакетики. Эти я заказывала на Сималенд еще, наверное, года два назад. У нас так и не получилось. Мы в садик тогда не ходили. Это прошлый день рождения, поэтому в этот раз мы их используем. Я не знаю, вообще очень удобно. Они, в принципе, недорогие были. Сейчас, конечно, они, если честно, подороже. На Вайлдберрис я брала прям еще за копейки на Симолэнд. И взяла такие вот чокопайки. Сейчас, пока Гоша там сидит, играет, нужно будет все приготовить на завтра. Ну и все. Все покупки. Единственное, я не взяла батон. Я его завтра куплю. Лимон не взяла. Ну, это я все завтра возьму. Делать я буду раз, два салата. Третий салат сделает бабушка. Пюрешку тоже у нас сделает бабушка. С дедушкой помогают. Потом что еще? На горячий будет шашлык. И все. А, еще мне надо будет докупить сок. Это, наверное, ну, это уже Олег, наверное, сходит. Я уже сок не потащу. Сок на детский стол и взрослый. Только вспомнила, мне же еще нужно сходить, будет надуть шары. А Олег, конечно же, блин, вовремя сегодня ушел. Я хотела сходить надуть шары, чтобы к вечеру, не к вечеру, а днем их забрать до Максимкиного прихода с садика и спрятать их в кладовке. Но, наверное, мне придется их в садик пойду за ним. Придется отдать шары и, наверное, в 10. Эй, ты что на меня светишь? И что говорила? В общем, Максима пойду забирать и отдам шарики. Надуют и вечером в 9 часов нам их привезут. Я их тихонечко спрячу. Вот так. То есть ты решил мне вот так помочь, да? За злодей маленький такой. Вау!
От Максимки научился говорить вау. Вау. А! Что, тебе надо, что ли, такое? Открыть надо? А у тебя там открытое есть. Сейчас принесу. Вау! Вау! Кушай! Ну что, начнем, да? Так, все. Мешочки собрала, теперь нужно что-то готовить на завтрак. Даже не знаю, что готовить. Хочу попробовать сделать ленивые вареники. Тебе дать надо. Что? Ты хочешь мне помогать? Не надо. Таких вот колобков я накатала. О красоте, ровности и одинаковом размере даже вообще не думаю. Страшно. Это очень страшно. Если бы мы знали, что это такое. Боже мой. Что-то дежурное приготовить. Все садятся за стол. Ну, куда ты столько? На, я попробую сметанку. Будешь? Макай туда. Обычно, если я что-то готовлю и не получается, я себе выбираю самое некрасивое. Отсюда даже выбрать нечего. Ну как? Вкусненько. Сейчас попробуем. Боже мой. Если этот влог выйдет, значит все нормально. Вкусно. Это ледяные вареники. Это точно вкусно? Да. Это точно полезно? Да. Ам, видишь, Гоша тебе говорит ам. Гоша еще говорит. Значит, это какая-то подстава, скорее всего. Хотели ручного попугая. Получили. На обед сегодня все будут доедать макарошки и тушеное мясо с грибами. Очень вкусно получается. Короче, как я делаю. Мясо иногда обжариваю отдельно, иногда нет. В общем, закидываем все в мультиварку. Туда грибы, лук, морковь. Ну, я морковь редко. Ой, закидываю. Вики, сейчас приду, молодец. В общем, мясо, грибы, где-то час тушу это все. Потом где-то еще на полчаса добавляю сливочный сыр, все это тушу. Соевый соус немножко добавляю, и получается просто вообще обалденно, очень вкусно.
А я уже третий день ем свою картошку. Нужно было ее посолить все-таки. То, что я этот соус солила, этого было мало. В общем, нужно было отдельно посолить картошку, отдельно посолить мясо. Смотрите, попрошайка прилетел. Попрошайка сейчас будет воровать еду из тарелки, да? Будет воровать еду из тарелки. А я его тарелочку оставила наверху. Да, вот иди к себе давай. Уйдите, пожалуйста. Иди. Вот у тебя перчик есть. Я тебе свое не дам. Во. Иди отсюда. Не надо развязывать. Надо развязывать. Давай. Да. Мальчик, да. Кап-кап. Да. Ну, бери, тащи. Ты что, варежки-то надел на улице? Тепло. У кого-то сегодня жареная картошечка. А у кого-то нет, да? Это лучок. А у кого-то нет. Ой-ой-ой. Сколько тебе годиков завтра исполнится? Тебе сейчас 3, а будет сколько? Еще 3. Один пальчик добавь. Вот так. Давай. Вот так сделай. Вот так, все ручки. Вот так. Тебе будет завтра 4. 4 завтра тебе будет, да? С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Все видела. Смотри тебя. Угу. С днем рождения! С днем рождения! Спасибо! Это игра, там ходилка. Это сос. Да. Вот, смотри, ходилка. А Максим, это... вот еще что-то. А это что, мам? Это что-то интересное. Максим еще такое одно. Ну что, давай. Анетка. Пижама. Пижамочка. Пижама. Ну, открывай. А что, это что? Ну, ты открой и увидишь.
А че он скачет? Он падает, знаете что? Вот там все нормально. Открывай. А еще вот это, что там? Слышь, это сломанная конфетка. А это саняник. Факел, это факел. Факел. Вот это факел. Да? Вот кнопочка. Ну, включай. На, вон тут открывай. Бежал. Маме 4. 4, да. Я скажу, Женя, Вадим, у меня сегодня вот этот лайк. Лава, давай, Женя. Давай, откроем. Я хочу алмазы. Видишь, с алмазами, с фишками, так да? Это не алмазы, это эти, как я его... Свои! Не понял. Это изумруды! Изумруды, да. Вон, видишь, какая игра. Mm-hmm. Будем играть, да? Ой, еще стил. Это зомби... Скользкий катается. Это чуша. Рубашка. А, рубашка. Понятно. Он хочет поздравить. Эй, давай, поздравляй. Ты уже тебе, денежки? Что возьми? Что-нибудь купил себе. Вот, видишь, меч купишь, да, себе? Да, есть! Я думаю, это стоит все потом убрать. Ага. Гошанчик. Это как стоит? Денег это денежки мои. Вика ему, видишь, денежки подарила. А вот. Вот. Обалдеть. Я подарила не. Нельзя. А. Нельзя. Танцуешь, ты танцуешь, танцуешь, да? Молодец. Начала готовить, вспомнила про шампиньоны и что хотела снять. В общем, из шампиньонов я вынимаю ножку, заворачиваю шампиньоны вот так в бекончик. Здесь обжарила ножки от шампиньонов, курочку и лук. И все сейчас буду сюда выкладывать в шляпки. Сверху сыром и майонезом. И все в духовку. Мы с Гошей вышли немножко на улицу. Ты сейчас нырнешь туда, в эту лужу. А Викулька ушла у нас в магазин покупать Максимке подарок. Сначала она ему подарила утром денежку, а сейчас говорит, мам, я все-таки хочу Максиму купить подарок, сходить. Пошла в магазин. Ждем ее, да? На улице все капает, капает. Смотри, вся бомбушка мокрая. Гош, да они не берутся никак, это ледышки уже, все.
скажу, что я хотела взять. Там была какая-то синяя машина, блестящая ламба. Это вот эти маленькие машинки, там их очень было много, так что я не разобралась. Как убрать, то что я взяла одну штуку, которая ему точно понравится. Даже ну так. Есть что-то не снимаешь? Нет, нет. Женщина-блогер, горе в семье. Да. Тише. Чё ты хочешь? Подожди, подожди. Внимание! Приготовились? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.